Естественно, подойти ближе к зданию нельзя, там охрана, так же, как и во Вьетнаме. Я думаю, что и снимать нам здесь нельзя будет. Вот. Ну, ребята зашли в посольство. Это 4-е посольство в Юго-Восточной Азии, по которому мы делаем видео и в которое мы заводим наших клиентов. А отзывы ребята сделают позже, когда уже въедут в Соединенные Штаты. Естественно, никто не будет снимать видео, пока не въехал и пока не получил визу. Вообще, ребята боятся, особенно из Киргизии, из Узбекистана, делать отзывы. Я постоянно прошу ребят, можно сделать отзыв, можно сделать отзыв, мне он нужен. Нет, 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 мы не хотим сниматься, мы не хотим светить свою визу и так далее. Хотя у нас визы получены легально. Давайте оставим так, как есть. Давайте будем делать видеоотзывы, уже находясь на территории США, попросим наших ребят, представителей, чтобы наши клиенты приехали туда, во Флориду, в Орландо, либо в Калифорнию, либо в Нью-Йорк, и уже из офиса там сделали видеоотзыв. Итак, снимаем видео, идем в посольство США в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Пока!